Вот ты где. It's good to see you again. Я хорошо вижу тебя снова. You really know how to keep a girl waiting. Do it. Ask me how long I've been waiting. Если я уже не понимаю. You know you want to. Так, что типа скажи мне, что произошло или что вы ждете, long being waiting. About that. You've been gone for так, ладно, тебя пропускаю. 16-й центавр. Так. Невозможно, возможно. Ладно, дальше, дальше, дальше. Плохо, если будет финал такой на английском. He's become when you disappeared. Remember how I wanted so desperately to... No. Так, давай just что-нибудь you. Уже. Что-нибудь great. На русском. If you've got other... Новое задание New Age. Отлично, теперь задание еще на английском. Find Amergen. Найти Амергена, что ли? Его туда засосало. Дельба, Мерген, бла-бла-бла. Ладно, будем по указателям двигаться. А, с нами только Дельба. Так, я могу тебя прокачать. Так, чувачки. Уровень 1. Что это? Что это значит? Так, ну если ты уровень 1, то тебе, конечно, криты. Так, журнал. А, оскверненный ковен. Так, найдите, все нашли. Нашли этот око агатовое. Кодекс персонажа. Дельба. Есть такая, это, видимо, другая из прошлого, что ли? Дельба. Центаурос. Либо какое-то другое измерение, то что здесь все этот центавр обсуждает. Агатовое око. Агатовое око – древний артефакт Моурусов, обладающий огромной магической силой. Несмотря на ценность ока, Надежда явно не слишком терзалась, прежде чем оставить ей его и уйти. В то время она использовалась ковеном магов Моурусов, пытавшихся обуздать порчу. Попытка провалилась. Так, ладно, пока мы не поняли, куда мы попали. То есть, в принципе, в этом же месте стоим. Ну, видимо, какое-то другое измерение, что ли. Underworld. Here we are. The Morian Otherworld. You'll probably find some changes since your last visit. Так, что-то изменилось с последнего визита. Скорее всего, будущее получается. Раз тут все так плохо. Плохо же такой переворотный момент. Какой-то интересный. Мистический. Так, я так понимаю, нам налево, наверное, надо. И все на английском. Нет, я ошибся. Налево нам не надо. Так, а это что у нас? А, уже третий уровень. А нет, не третий. Восьмой. Дельба вернулся. Значит, это не другая Дельба.
Да, как-то тут все плохо. There she is. The vengeance. She's been shrouded to mortal eyes for these years. Almost a legend, I hear. The ship has been waiting here for its captain since you disappeared. No one else has captained it since. Oh, the sweet streams of all these skulls. I can almost say all of their names. Is that you, Yorick? Oh, no, I was joking. Sorry, don't judge me. It's been ages here all alone. О, 6 звезд у нас теперь. Отлично, мы перебрались на какой-то новый уровень. Теперь 6-звездные выпадают. Так, я так понимаю, нам надо добраться до нашего корабля. Нам нужно... Вот 13 звезд. Неплохо. Она нам говорила, что мы, видимо... Наш корабль сохранился, основная карта, оттуда мы пришли. Туда не попасть. Да, это единственный путь. Так, у нас перегруз. У нас перегруз. Здесь все ненужное выкинем. Тоже, наверное, можно выкидывать, в принципе. Тебе не надо? Нет. Так, тебе вот это можно дать. Это дать, это выкинуть. Тоже можно дать, это выкинуть. Это тоже будет чуть-чуть получше. Ну, прям совсем чуть-чуть. Tower of Hercules. Inquisitors, part of that religion I was telling you about, their mission is to exterminate us. Humans in this time frame are a lot less accepting of us. They think that we're monsters, servants of darkness. It's all part of their crazy religion. Anything they can't explain, they hate. Let's find Amagin. I think these Inquisitors are here for him. Surrender yourself now, and perhaps you'll be spared the worst of the agonies we have in store. The fires of hell are hotter than you can imagine. Your hell is a lie, fool. And I am strong enough to stand against you again this day. And stronger still with my allies. Так, понятно, Амерген стал плохим. То есть мы немножко поменяли реальность. Точнее, не реальность получается. Да, в принципе, нет, почему? Для нас то время как-то быстро прошло. Мы это не изменились. Будет печально, если это все-таки реально финальный босс Амерген. Мы его убьем или спасем. Откатим время назад. Конец игры. Тогда, если бы я все эти дополнительные квесты не выполнял, то эта игра вообще была бы очень короткой. Так что я надеюсь, что противник будет все-таки другой и не на английском. Единственное, что меня смутило до этого, что уровень был перед сестрами. Там действительно было очень много всех врагов. Сейчас нас, по сути, уже убили. Ну и как-то с оружием мне не очень нравится. В начале игры мы наносили 30 урона. Прошло часов 8.
геймплее 0.760. Все очень, конечно, забавно. И особо никак и не раскачаться-то. You shouldn't be here. Or maybe you shouldn't be you. I don't know what I'm saying. Maybe I'm confused. Everything is changing. Так, здесь можно пропускать строки. You've come along. Это у нас не кат-сцена. Time, Millis. I don't even understand what... All right. I'm calling, I'm going back at time. If you're here, it's because you can move through. You're a... It's my... Так, как... Because you vanish from the point where... Не понятно, что с прошлым связано. Так, why would I trust you? I have grown old, but I would help. It may be that you can change. Так, больше нет вопросов. Инквизиторы, почему атаковали меня? Так, ладно, дальше. Так, все же. Now listen, the inquisitors, I will tend to you. Тут надо прочитать. Так, возмездие. Русский язык. Just think about your destination. Надо чуть-чуть. The same way you did every time we travel. But this time, also think about where it is in time. What are you doing here? Where did you come from? One moment nothing, the next here. The last we saw you, you touched that roiling ball of power in Nazeja's cave. What happened? Без понятия, что я ему отвечаю. We got to tell. Без понятия, о чем они говорят. Тем не менее, вы как мы, как ты. Ты на чем сидишь? Это удивительно, чем я. Так, отнести торговца в скверненный ковен. То есть мы, по идее, как пропали из этого времени, потом вернулись обратно. Почему здесь это? Что-то все непонятно. Да, конечно, если бы я на русском все это понял, было бы интересней получить награду. У нас теперь по квестам. New Age. Портал. Так, ну понятно, надо вернуться к этому на черный рынок. Говорить с Назежей. Так, с этим ни с кем пообщаться нельзя. Что-то я хотел. Продать, наверное, все хотел. Все, что с тремя звездами, в принципе, можно продавать. С шестью пока можно оставить. Временно. Пригодится кому-нибудь. Так, здесь у нас что? История Time Travel. Отведем путешествие во времени. Что с нами и произошло. Только не понял, куда мы попадали. В будущее, а потом обратно в прошлое. Получается так. Амерген. Это у нас злой вариант Амергена. То есть это его око изменило суть осквернения. Вот это все. И он стал плохим. Я это понимаю так. Крузейдер. Охранник, или кто это у нас? Защитник. Ведьма.
ведьмах. Ай, охотник на ведьм. Так, ладно. Персонажи, кто у нас? А, с этих, эти хотят прокачаться. Все на месте. В целом, да, уже вот все, мы все навыки прокачались, 8 уровень, хотя у нас уровень все равно дальше идет. Может, после навыков у нас пойдет прокачиваться виды строя. Модификатор я так и не понял, как использовать. Очки строя 0. Либо надо постоянно использовать эти вот этот строй, чтобы прокачивать его потом в дальнейшем. Ладно, узнаем позже. Возвращаемся к Надеже. По пути отдадим голову. Все время ее с собой таскали. И в будущем, в прошлом. О работе. Расскажи мне о ней. Отлично. Так, все, все окей. I'll do it. Так, ну я типа соглашаюсь принести голову, хотя я же все. Я же все выполнил. Her name is Bedina. So stubborn. Короче, ладно, что-то тоже непонятное. Не сдается квест. Даже наоборот, он получается даже не учитывает, что ли. Убейте Бадену. Торговца. Без понятия, почему не сдаются. Баги. Скорее всего, баги. Так, говори со мной на русском. Милиспания? Is it really you? I thought we'd lost. Да, спасибо. The scent of the future's manner on you. You are and I need. I have. I mean that there is a mystery. Perhaps, perhaps not. I am delighted you've asked. You see, you must want. I. You. Their souls are tied. No matter. Indeed, they have. 16th century. He. О чем говорят? Because time is smarter than you are. They are an alloy. They. Truthfully, I do. What thing? Но что-то очень серьезное, раз не переведено, а здесь, наверное, вся суть. Весь посыл, весь все игры. Так, новый уровень, новое задание. Что, у нас все задания теперь на английском будут? Travel, путешествие куда-то. Так, персонажи. Ну и что мы можем прокачать? Очки параметров 3. Восприятие. То шанс крита 105%. То есть. Тут еще и не 100%. Статистика. Очень плохо. Так, мне даже как-то лень всех прокачивать. Слишком много времени занимает теперь. Было бы какой-нибудь авто. Автопрокачка. Было бы удобно. Так, навыки. А, мы можем теперь поменять класс. Серьезно? Пантер. Выбери улучшенный класс. Драконик мастер. Сабатор. Пантер. Так, пока ничего не будем выбирать. Виды строя. Вот очки строя у нас пошли. Птица одного полета. Хищные инстинкты. Повышает скорость атаки строя. Повышает шанс критического удара строя. И вот это. Так, это у всех надо прокачивать.
повышает эффективность навыка строя, увеличивает натиск героя. Скорость. Это 07630. Description. Модификаторы. Ладно, какие-то тоже модификаторы какие-то появились. А, это, наверное, к навыкам. А, здесь у нас два навыка по краям появились. Так, damage тоже немножко на английском. Из раздела натиск, мастерство. Так, ну пускай вот это будет пока что. А, вот здесь у нас что-то еще. Стабирование 24. Урон. А нет, это исцеление. Так, ладно, пускай это будет. Так, я не знаю, на самом деле. На это надо сохраняться, смотреть, кого лучше делать. Некромансер, пиромансер. Так, ну это, наверное, будет призывать... Да. Суммонеров. Некромант. Пиромансер. Интересно, давай его посмотреть. Так, мы посмотрим на колду. Возьмем пиромансер. А мы, если что, можем сменить. Так, 35. Стабирование 106. Допустим. Так, браулер. А там еще первый кто-то был. Рост друид. Иной друид. Так, ну пускай будет некромансер. Как и его версии плохой. Там как раз таки похож. Так, масштабирование. Какая это будет? Так, а у нас, я не знаю, кто у нас. Драконик мастер. Бист. Вот хантер, наверное, просто. Обычный охотник. У нас так что-то плохое у нас появилось. Две ловушки. Масштабирование вверх, но 0, но missing stretch. Вообще ничего не понятно. Так, ладно, ты тогда у нас будешь драконик мастер. Реально какие-то драконы есть. 2 секунды. Так, ну главное, что это не финал игры, то есть мы еще поиграем. Так, ты пускай берсеркер, по идее ты должен быть мощнее. Так, тебе просто дали ресурс 100. Отлично. Так, ассасин. Будешь у нас. Так, вот это что-то крутое. По урону. Так, берсеркер. У нас уже один есть. Мана Варлорд. Гладиатор это больше на защиту. Тоже пускай будет берсеркер. Я не против. Так, виды строя. Здоровяки. Боевые инстинкты. Увеличивает натиск. Так, натиск. Так, у каждого участника строя больше здоровья, чем обычно. Повышает скорость атаки строя. Повышает натиск. Тоже натиск. Так, почему у нас здесь горит? Якобы мы его еще не прокачали. Скорость атаки. Мы же это делали. Он не сохраняется. А, то, что мы сменили класс. 9 уровень. Некромансер, причем 9 уровень немножко выше. Так, здесь ничего особо не поменялось. Почему-то у них галочки светятся.
аппаратник. Все так же. Так, по журналу куда-то надо отправиться. Возмездие. Это использовать надо. Опять будем во времени скакать. Так, в общем, эти я не знаю, почему-то у нас восклицательные не убрать. Вроде очки параметров мы все израсходовали. По навыкам мы тоже очки навыков использовали. Я, наверное, Хантера лучше не надо было брать. Так, это у нас второй. Здесь тоже не особо понятно. Так, ладно. New Age. Так, попробуем еще раз поговорить. Береги себя, мир. Да, спасибо, что на русском. Так, возвращаемся тогда на наш корабль. Это показывает сюда. А вон Change Era. Ну, короче, английская эра. Возмездие. Так, ну, видимо, в этой эре надо сюда. Так не прокатит. С эрами, конечно, это они молодцы. Это они интересно делали. Ты вернулся. А ты все еще не выучил русский язык. Ладно, будем методом тыка делать. Все. Новенькие. Я даже не понимаю, это у нас будущее или прошлое. Столы по-другому стоят. Кузнец тот же, не тот же. Так, может, он продается в этой эре. А, вот продается получше есть. Хоть что-то. Но, правда, нам это не надо. Вороны те же. А вы кто? Без понятия. Так, здесь нас только двое. Дельба, Нориан, Хантер. Здесь даже Хантер уже на английском пишут. Так, журнал. Хорошо, куда нам надо? Реа Клауденбрик Тауэр. Ясно. Ну, короче, с ними со всеми поговорить, только в этом измерении. Tower of Hercules. Road to Compostela. Короче, туда и сюда. То же самое написано. Ладно, сначала сюда. Идем в башню. Здесь уже нет смысла с кем-то так толково разговаривать. Может, эта эра просто альтернативность. Альтернативная реальность. Welcome back, Mill. Возвращение. Я тебя не понимаю. The talks of... But wait, do you know... Ваш этот английский мир. Begins to come back to me. Мы ему браслет отдали. I look forward to rediscovering my youthful idealism. Допустим. А нет, нас... Наш на месте. Gods be damned. It has no effect on me. I assume this means that they function only for those who have been reincarnated. Ah, fine. I'll trust you to remind me of what we wish to accomplish.
Listen, do you remember the prison I told you about? I've said I'd go down. Ладно, давай дальше, дальше. Все равно ничего не понимаю. Но мы с ним поговорили. Hello, my dear. Did you find? Begins to come back to me. Так, нет, там пропускаем, это понятно, то же самое. Well, don't так, ну теперь без понятия, без понимания, что происходит, мы просто путешествуем. Что-то выполняем. Эту часть игры, к сожалению, не перевели. Так, я сейчас надо посмотреть, может там какая-нибудь новая версия вышла. Там уже переведено. Это у нас 1.04. Надо посмотреть, может уже 1.05 есть. Пойду гляну. Так, ну и сохранюсь заранее. Так, сначала журнал посмотрим, здесь у нас просто обновилось. Мы с ним поговорили. Надо со всеми поговорить. Брик. Реа. Окей, так, кодекс. Понятно. Так, ну в общем, обновлений никакого нет. Что ж, я думаю, пока побегаем так. Но в Steam пишут, что вторая часть игры. Возможно, вся на английском языке. Есть два варианта, либо забивать на игру и ждать, пока не переведут. Потому что, в принципе, уже суть истории для меня лично утеряна. И это плохо. Как бы интереса уже не так много. С кем воюем, для чего воюем. Почему они на нас нападают? Куда мы бежим? Они плачут. Так что я думаю, сейчас мы немножко пройдем. В принципе, сохранение есть. Так, нам куда идти-то вообще? По-моему, сюда. Туда, наверное. Да, наверное, вернуться надо. Вот сейчас, может, минут 10 мы побегаем. И все-таки я, наверное, приму решение пока заморозить прохождение до нормальной русской локализации. Ну а сохранение у нас присутствует, если что. Можем уже начать оттуда. Где у нас пошел английский язык чистый. Может, как раз к тому времени уже у нас переведут вот здесь тут лор, историю. Сможем на русском все это прочитать. Было бы тоже интересно. Про существ почитать на русском. Не так, как сейчас. Да, все на английском. Как бы так бездумно, конечно, играть не очень. Если боевка была еще интересная, то есть мы могли играть там, грубо говоря. Чистый из-за экшена какого-то, то еще ладно, можно было как-то дойти. Здесь получается боевка-то я просто так прохожу. Alright, you fuckers. I thought my men could handle you. Clearly, I was wrong. So let's talk before we waste any more lives. Why should we waste our breath? Because I've still got some. I've got a reputation.
Да, наверное, все-таки мы заморозим прохождение. Даже не очень интересно это все выслушивать. Рея. А, это Рея. Она только-только начинает. То есть это все-таки в прошлом, получается, попадаем. Компостелла. Thank you. Новый спутник Рея. То есть мы опять будем собирать всю команду нашу. Пока она немножко будет по-другому выглядеть. Так, ладно, сейчас добежим до компостов, посмотрим, что там. Короче, мне надо со всеми этими переговорить и всех их опять нанять. Компостелла. Так, ну зайдем в этот дворец. А, его только строят. Хотя и в будущем-то его не видел. Лукас. Какой-то. Так, куда можно здесь пройти? А, это у нас церковь получается. Так, ладно, я думаю, на этом мы пока заморозим прохождение. Нет смысла играть, потому что я не понимаю сюжет. Без сюжета играть это бессмысленно, просто бегать по точкам. Там можно поставить какое-нибудь автопрохождение, чтобы он сам бегал, все это выполнял. Так уже, конечно, неинтересно. Мы тогда загрузимся на... Там, где у нас еще русский был склеп, оскверненный ковен. Где-то здесь мы остановим прохождение. Так, здесь они еще по-русски говорят, да? Пропускаем. Надо было попробовать это. Убить ее. Раз мы все равно перепроходим этот момент. Будет интересно выбрать другой вариант. По-любому она все равно в живых останется. Так, у нас нет выбора, их надо убить прямо сейчас. Заливается слезами. Это разумно, но мы провели вместе многие тысячелетия. Дай мне оплакать их. Значит, мои сестры умрут, а Ока будет потеряна. Но выбора у нас все равно нет. Приступим. Приступим. В принципе, в прошлый раз то же самое делал, только она в стороне стояла. Или шутка глючит. Теперь мы ее убиваем. Хотя она легкая. Бесславный конец. Вместе с ними ушла целая эпоха. Помоги мне собрать тела. Они заслуживают лучшей участи, чем гниль здесь. Я отправляю вас во тьму, и пусть моя любовь и мое дыхание укажут вам дорогу, да будут они столь же верны, как путеводные звезды.
Мой кот, возьми. Агатовое око повреждено. В таком виде оно для меня бесполезно. Теперь оно стало орудием возмездия. Твоим орудием. А, ну, в принципе, все дальше то же самое, да? Нам нужно запечатать порчу. Так, мы пропускаем. Это мы видели. The Vault. Ну и все, и вот отсюда начинается у нас английский язык. Так, хорошо, тогда мы это место сохраняем. Мы, конечно же, поступим по второму варианту. Спасем сестру ее. Так, загружаем туда эти, можно, в принципе... Тогда вот здесь загружаемся. Склепе. Так, теперь нам надо... Удалить мы можем? Удалить. Так, вот это сохранение мы удаляем. Это мы удаляем. Чтобы потом в будущем не путаться. Возмездие удаляем. Оставляем только склеп. Эти, в принципе, тоже можно удалить. Хотя это очень будет долго. Здесь у нас, по-моему, их, да, очень много. Прям с начала игры аж. Так, ну ладно, главное, я выделил, что вот самое главное у нас вот это. 9.13. Так, ну и сохраняем по новой, наверное. 9.14. Все, так оставляем, ждем до конца переведенного языка на русский язык, перевод. К тому времени, возможно, у нас все остальное будет переведено вместе с нашими, с нашим кодексом. Ну и будет более интересно играть. Так, на английском смысле я не вижу смысла проходить дальше, потому что уже будет непонятно, о чем вообще история. А там вроде как закручено все хорошо. То есть так в целом пока история меня устраивает. То есть есть какие-то поворотные моменты, интерес, у всех какая-то своя... Ну, пускай не полноценная история у персонажей, но все равно какое-то одно задание, и понятно, к чему кто относится. А на английском я уже этого понять не смогу, и поэтому... Я выбираю, что лучше оставить прохождение на потом. Так что мы, когда там полностью переведут на русский язык, продолжим с этого момента играть. Я думаю, что в принципе здесь будет легко обратно вернуться в игру, потому что по боевке не надо ничего мне запоминать, то есть у нас уровень легкий, нас не убивают. Здесь тоже, в принципе, все будет понятно. Ну а историю я не знаю как. По чуть-чуть буду вспоминать, кто есть кто. Персонажей по чуть-чуть вспоминать. В общем, пока мы оставляем эту игру на потом. Возвращаемся в меню. Профиль, надеюсь, у нас не удалится наш. Благодарю всех за просмотр. Ждем русской локализации полной. С вами был Норад.